Снова приветствую вас всех на своем канале. Не забывайте подписываться и следить за новинками. Итак, на этот раз у меня в руках фигурка Starfire, персонажа из мультика Teen Titans Go, «Юные титаны вперед». И сегодня мы с вами ее распакуем, посмотрим ее изнутри, вблизи. Итак, давайте перейдем от слов к делу. Начинаем с обзора упаковки. Передняя сторона упаковки. Показываю боковая, задняя сторона, другая боковая, верхняя, нижняя. Производитель данной фигурки Funko, серия Funko Pop. И давайте ее распакуем. Ну вот, я уже распаковал Starfire. Я вытащил из упаковки, теперь она у меня находится в руках. Давайте замерим высоту фигурки. Так, высота, ну, примерно 9 сантиметров высота. Собственно, стандартная высота для фигурок Funko Pop. Приближаю к камере фигурку, чтобы вы могли ее получше рассмотреть. Значит, материал фигурки — это винил используется. Как правило, Funko Pop использует данный материал для таких фигурок. Раскраска идет вручную. Вот передняя сторона фигурки, значит, вы сейчас можете лицезреть. Точек артикуляции у нее не имеется. То есть руки, ноги не двигаются. Это не башкотриаз. То есть здесь не имеется никакой пружины. Голова немножко крутится, но не более. Тут чуть-чуть показываю, да? Видно, что крутится. Костюм у нее такой же, как в мультике в самом. Поэтому, кто знает мультик, тот уже все понял. Это вот показываю боковую сторону фигурки Starfire. Задняя. Здесь у нее прическа идет до самой... Закрывает все ноги, собственно, до пола. Другая боковая сторона. Тут, видите, ухо у нее немножко торчит. Здесь прическа также не имеет, не двигает, не гибкая, ничего тут, здесь ничего не гнется. Вот верхнюю сторону показываю. Starfire. Нижнюю показал. Вот. Так что вот такая приятная фигурка. Я думаю, если вы являетесь фанатом данного мультика «Юные титаны вперед», вам наверняка должна понравиться вот такая вот Starfire. Вот. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилось. Всего доброго, до свидания.